Сегодня поделюсь впечатлениями о своем фоторюкзаке, которым я пользуюсь чуть больше года, и это рюкзак Low Pro 450W, что означает weather, типа всепогодный. Смотри, что творится, бля. И это первая вещь, которую тебе нужно купить после того, как ты приобрел фотокамеру, потому что тебе куда-то нужно будет складывать свой став. Эта вещь незаменима для таких вещей. Ну, для начала, эй, парень, не хочешь немного погулять? Забыл переключиться. Итак, рюкзак Low Pro 450W. Это действительно первая вещь, которую тебе нужно купить после того, как ты купил фотокамеру. Раньше я использовал... Вообще, я начну с того, что я очень тащусь по рюкзакам. У меня было очень много разных рюкзаков. Поначалу я использовал для своего стафа такой рюкзак. Это фирма DC. Просто школьный портфель. У него один клапан, в который я складывал весь свой стаф. Это было не очень удобно, потому что в него было все напихано, объективы бились друг об друга. В общем, это не выход. Серия рюкзаков Pro Tactic была специально создана для фотокорреспондентов, фотографов-документалистов и городских фотографов, которые полагаются на быстрый доступ к камере в важный момент и универсальность доступа в любой момент съемки. Доступ к камере с четырех мест. Это два боковых клапана. Вот такой боковой клапан. Камеру можно класть сюда, 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 либо доставать из-под спинки. Удобно расположенный клапан обеспечивает широкий доступ к внутреннему пространству, реализованному по запатентованной технологии MaxFit System для максимальной вместимости, надежной посадки и защиты оборудования. Доступ через жесткий верхний клапан или быстрый доступ через боковые клапана организованы таким образом, чтобы можно было легко достать камеру, не снимая рюкзака с плеч. Я обычно использую либо верхний клапан, либо центральный клапан. Я кидаю его. Рюкзак позволяет создать неограниченное число вариантов размещения дополнительных сумок и аксессуаров благодаря суперудобной системе Sleep Lock. Такой стакан под штатив треногу, такая накладка под бутылку для воды. В серии Pro Tactic применена технология Low Pro Active Zone System, которая обеспечивает направленную поддержку спины, поясницы и талии для комфортного передвижения. Короче, вот эти вставки – это пенополиэтилерная, полипилерная. В общем, вентилированная ставка Active Zone, которая не дает твоей спине шибко запотеть. Рюкзак зато не намочился вообще. Вот эта активная зона, она, смотри. А я намочился, а рюкзак нет. Съемный поясной ремень имеет дышащую сетку снаружи и легко складывается, позволяя сократить размеры для удобства транспортировки или во время путешествий. Рюкзаки серии Pro Tactic также обладают дополнительными преимуществами. Запатентованный встроенный всепогодный чехол All Weather Overcover. Защитный водонепроницаемый чехол с логотипом Low Pro. Если ты попал в дождь, либо в очень сильный снег, либо в очень сильный град. Я очень долго ходил под дождем, и рюкзак вроде бы как даже не намок. Ну, внутри, по крайней мере, все было сухое. Потом вспомнил, одел вот этот дождевик. Пошел дальше и был таков. В общем, это очень крутой рюкзак, если у тебя внутрь этого рюкзака. В общем, я тебе рекомендую приобрести наконец-то фоторюкзак, по-любому у тебя его нет, и ходить. Рекомендую брать у официального представителя, либо у самой на официальном сайте компании Low Pro. Если что, пиши в комментариях, скажу, где я купил. Я вспомню для начала, где я купил. В общем, хороших тебе кадров, удачных тебе съемок, хороших походов, не травмируй. Хороших тебе кадров, приятных съемок, не травмируй. Не травмируй свою спину, носи свой став правильно, распределяй объективы грамотно. И на этом все. Пока.
fly with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right?